Вопрос транспортного сообщения с новыми столичными микрорайонами прозвучал сегодня и на прямой линии главы Чувашии с жителями республики. Ее организовало издание «Про город». Линия транслировалась в социальной сети ВКонтакте. Михаил Игнатьев впервые вышел в прямой эфир в соцсетях. За несколько дней на портал «Про город» поступило более 300 вопросов. За 2 часа глава Чувашии ответил на часть из них. Среди вопросов благоустройство территории в новых микрорайонах столицы, строительство там школ и садиков. Жителей других муниципалитетов волнует отсутствие дорог в населенных пунктах, качество питьевой воды. Кстати, последняя тема самая актуальная. В одном из районов Мариинского Посада, сказали читатели, воду из местного водопровода пить невозможно. Михаил Игнатьев рассказал о начале реализации федеральной программы «Чистая вода». В ее рамках во многих муниципалитетах построят новые сети, модернизируют старые. Реконструкции подвергнутся и водонапорные башни. Это будет решение исторической проблемы.